Еще одного фигуранта задержали силовики по уголовному делу о сходе лавины под Норильском. Напомню, 9 января она накрыла домики, которые находились рядом с горнолыжным комплексом «Гора отдельная». Супружеская пара и их полуторагодовалый ребенок погибли. Старший сын, 14 лет, получил тяжелые травмы. По предварительной версии следствия, 2 года назад главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска проводил проверку фактического использования этого земельного участка в районе. Как раз там и находился самовольно построенный жилой дом, который накрыло лавиной. Но чиновник составил и подписал акт, в котором никакие строения указаны не были. Следователи считают, что из-за этого дом не снесли и случилась трагедия. Напомню, ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель 3 человек. По нему уже проходят 3 оперативных дежурных диспетчерской службы Норильска и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города. Все они находятся под домашним арестом.